Mr. President, the key problem in Donbass is that Ukraine and Russia strive for completely different things. Господин председатель, основная проблема в Донбассе в том, что Украина и Россия стремятся достичь абсолютно разного. Украина хочет мира и восстановления суверенитета на своей территории. Россия хочет контроля над Украиной и подрывает все усилия по восстановлению нашего суверенного контроля. Поэтому Россия пытается обменять мир на Украине на свободу Украины. И я хочу четко сказать, Украина никогда не согласится с такой сделкой. С этим не согласится и международное сообщество. И последнее гибридное миротворческое предложение Москвы – это еще один пример реальных амбиций России – легализовать и заморозить конфликт навсегда. Мы будем приветствовать любые предложения, которые обеспечат мир моей стране. Убеждены, что полномасштабная миротворческая операция ООН – это единственное жизнеспособное решение для деэскалации, для защиты народа Украины и с тем, чтобы приблизить нас к политическому решению. Поэтому миротворцы и их мандат должны охватывать всю оккупированную территорию, включая государственную границу Украины с Россией. Это обязательно.